Мира и добра всем присутствующим, телезрителям. В эфире 17-я телевизионная передача телевизионного канала на NFTV, и я, его ведущий, Всеслав Соло. Сегодня у меня есть такое желание рассказать вам об унижении. Это не совсем то, о чем вы сейчас подумали. Унижение, как вы себе представляете, это когда тебя могут в чем-то укорять, тебе могут приказывать, сравнивать с землей твои начинания, это и изнасилование всевозможного рода, да, как мозга, выражаясь современным языком, изнасилование мозга и тела и души и разума, ну и так далее. То есть я не об этом унижении сейчас желаю с вами поговорить, совершенно о другом, о неведомой стороне унижения, об энергетической, о которой вы даже не догадывались никогда. Это совершенно новая тема в мире эзотерики. Итак, унижение. Какое же унижение я имею в виду? Давайте смотреть, давайте размышлять, давайте думать. Ну, первый вопрос. Как вы думаете, почему человек не может стать, ну, скажем, гением, или там великим, или, ну, хотя бы известным и талантливым? Почему вот не каждый человек может быть таковым? Вы скажете, ну, все очень просто, это гены или задница, то есть он мало сидит и работает над собой или в этом направлении, не развивает соответствующие навыки, требующиеся для того, чтобы быть гением и так далее. Вы знаете, я вам скажу, что вообще-то, если человека не трогать унижениями, о которых мы сейчас с вами будем вот разговаривать в этой передаче, и вы будете понимать, и где-то ужасаться, а где-то восторгаться, а где-то на собственную практику брать материалы, которые я буду излагать вам здесь, по ходу нашей передачи. Так вот, если не мешать человеку в его развитии и не унижать его, то вероятность, что он станет гением или хотя бы известным и талантливым человеком, огромна, даже минуя гены. Практически так. Вот мы сейчас с вами и попробуем разобраться во всем этом. Почему же все-таки человек не может стать гением, великим или хотя бы известным, ну, талантливым, да? Начнем с элементарного. Как устроено наше образование? Нет, вы сейчас не улыбаетесь. Вы думаете, что я буду говорить о каких-то банальных вещах? Нет, совершенно не о банальных, а наоборот, об очень серьезных, о которых вы даже не знали, не подозревали. Как устроено наше образование? Оно устроено таким образом, чтобы человек запутался, чтобы человек совершенно не понимал, для чего ему вот этот предмет, зачем ему знать вот это или вот это. То есть море информации совершенно бездумной, ненужной, и в ней необходимости по реальной жизни совершенно нет. Ну, практически нет у подавляющего большинства людей, которые были бывшими школьниками. И не только, кстати, в школе, но и в колледже то же самое, и в училище то же самое, и в институте то же самое, и в академии то же самое, и в университете то же самое. И куда ни ткни, везде практически все то же самое. Мне вот недавно позвонили из какой-то там организации, и девушка таким достаточно приятным, я сказал бы даже сексуальным голоском говорит: мы вот можем вам практически бесплатно предложить изучить английский язык. А я говорю: а зачем он мне? Она: ну как зачем? Ну,
Ну, он же вот нужен как бы везде и для роста карьеры. А как вы считаете, говорит, для роста карьеры разве он не нужен? Я говорю, мне извините, пожалуйста, для роста карьеры английский язык совершенно не нужен. Для этого есть определенные профессии, определенные должности, на которые берут людей, которые знают идеально, да, тот же английский язык или в нужной необходимости его знают. И они занимаются переводами, составлениями договоров, ну и так далее и тому подобное. А карьере это совершенно не нужно. Я ответил этой девушке и говорю, зачем мне английский язык? Я его не употребляю никуда. В том объеме, какой мне нужен в интернете посмотреть, что-то перевести. Для этого есть словари, я разбираюсь, как через словарь понять то, что вот я хочу понять, да, на какой-то странице. И так далее и тому подобное. В крайнем случае, у кого-то еще спрошу. Но мне он не нужен, я не пользуюсь им. Зачем он будет у меня висеть дохлым грузом, да, в голове? Как устроено образование? Как устроено образование? Оно устроено так. Нужно тебе или не нужно, ты должен выучить и сдать экзамен и получить зачет. Вы понимаете? То есть кто-то там ляпнул наверху, да, в системе образования, что вот эти вот предметы нужны инженеру, который строит мосты. Вот он должен это знать. На самом деле, вот те же инженеры, которые там учатся, говорят, а зачем нам вот этот предмет знать? А зачем нам вот этот предмет знать? А он действительно не нужен, ни тот, ни другой. Понимаете? Вот еще раз возвращаюсь. Как устроено школьное образование? Там учат всему, чему угодно, только не жизни. Идет засилие непонятных каких-то предметов. Ну, скажем, тот же английский учат в школе. Извините, пожалуйста. А ну, как, по какому такому праву его вообще навязывают? Вот я уверен, что ну, как минимум половина ребят отказались бы учить какой-то иностранный язык в школе, если бы им это разрешили сделать. И не потому, что они ленивые, а потому что как бы их родители не хотят этого, и они сами не хотят, он им не нужен. Вы знаете, когда он им понадобится, они его выучат очень быстро, нет проблем. Сейчас идет речь о другом. Дело в том, что вот тот же английский язык, я знаю одного своего товарища такого, есть у меня, да, из соучеников, английский язык он в школе учил, ну, вы знаете, как там учат языку, так, чтобы человек как минимум на 50% точно ничего не понял, да, чтобы он вышел идиотом, бараном и не знающим языка человеком. Так вот, он до сих пор, этот мой соученик, школу давно-давно закончил, может, 3-4 года, он до сих пор мучается в своем сознании, в душе, что он не знает английский язык. Что вот у него там в школе 3 четверки всего было, да, и именно одна из них это вот английский язык. И это его до сих пор внутри, в жизни, представляете, сколько лет подряд, около 20 уже, да, ну, не около 20, там поменьше, унижает ежедневно. То есть он постоянно в унижении, что он не знает английский язык, представляете? То есть его сознание, его чувства, его мораль, его человеколюбие, его энергия, его жизненный радостный потенциал, он постоянно унижен, как в луже опущен, ниже плинтуса, что ты вот не знаешь английский язык, понимаете? Теперь вы догадываетесь, о чем идет речь. То есть очень огромное количество разных дается материалов в школе, в колледжах, там, университетах и так далее. Предметов изучается, которые человек не знает в итоге. И, естественно, все эти предметы начинают его в сознании унижать по жизни. Даже на подсознании. Он может не помнить об этом, но его начинает это все унижать. Таким образом, у человека начинает по жизни опускаться руки, накапливаются стрессы, а значит, всякие болезни. Он не верит в себя, не понимая, почему он не может никак вырваться и поверить в себя. Он не может никак найти себя, определиться. Он разрозненный, внимание отсутствует, потому что его разболтали, его унизили. И, извините, изнасиловали еще в школе, понимаете? А может, даже в детском саду. То есть он живет по жизни вот в таком состоянии, когда он не может ничего предпринять и не понимает, почему.
потому что со всех сторон он унижен. А вы же знаете, когда человек в таком состоянии, начинают копиться новые унижения. Если он там не знает английский язык, а потом разговаривает с каким-то человеком и чуть-чуть в интонации ошибся или что-то не угадал, и тот человек уже начинает его тоже унижать. По памяти даже, в его памяти присутствует этот человек, и тоже он начинает его унижать. То есть унижение начинает накапливаться автоматически, если у тебя где-то оно случилось, такое унижение. Понимаете? Вот это удивительные вещи. Но смотрите, вы переписываетесь в интернете, пишете что-то, да? Пишете, раз, ошибка. А, ну и фиг с ним, такого типа, да? Но дело в том, что это ошибка, это значит, вы уже унизили себя перед тем человеком, которому вы написали сейчас, ответили там, ну и так далее, да? Или спросили что-то. Значит, уже перед этим человеком, он мало того, что получил приоритет в вашем сознании, он теперь доминирует над вами, да? Его уже воля может управлять вами в какой-то мере, по крайней мере, точно. Но еще и вы унижены перед ним. Вы здесь понаделали ошибок, там, и в конечном итоге вы пишите, что да, мне плевать на это, да мне накакать там, ну и так далее, не хочу выражаться, да, в этой передаче. И в конечном итоге этот человек такой опускается и по жизни даже становится просто лентяем, лодырем или каким-то там похабщиком, да, насмешником, идиотом, тупым, троллем, кем угодно. То есть он все, он деградирует, понимаете? А что делать, если ты написал с ошибкой? Вы знаете, это очень важно. Не пиши с ошибкой. А если ты написал с ошибкой, не успел проверить или посмотреть, сейчас, слава богу, все программы почти имеют орфографию, ну тогда возьми, я как обычно делаю, если я с ошибкой написал, звездочку нажимаю, и дальше это слово или там или часть предложения, да, а может и все предложение, переписываю заново, ну правильно, и посылаю, да. И человек понимает, что сноска, звездочка, что вот это вот слово, вообще-то я ошибся, то есть оно пишется вообще-то вот так. То есть я всегда делаю так, таким образом поступаю. В речи тоже я иногда, если там ошибаюсь, я извиняюсь и повторяю слово правильно. Или даже иногда спрашиваю, а как оно должно правильно звучать. Понимаете? То есть это нормально. Когда ты спрашиваешь, ты просто познаешь мир. Но когда ты ошибаешься и забил на это, ты уже унижен. Это очень важные вещи, понимаете? Очень важные вещи. Поэтому я советую всем, кто переписывается в соцсетях, внимательно относиться к текстам, которые вы пишете, и вообще к речи, если вы разговариваете голосом или по видео. То, что ты знаешь, любая информация, не должна унижать тебя. Ну, вы теперь понимаете, что действительно она не должна унижать тебя, потому что это доводит даже до депрессии и до самоубийств или убийств, и до нарушений законов. И чего угодно, до срывов. Чем больше такой накопленной информации в тебе, унизительной, тем больше ты ненавидишь себя, там, общество и так далее. То есть ты больше негативен, вы поймите. А негатив, к негативу что притягивается? Какие события? Ну, только негативные. О чем речь? Я считаю, что всем людям надо пересмотреть внимательно все, что они знают. То есть вот свой опыт, свое сознание, свою память перешерстить и внимательно под увеличительным стеклом унижений, да, то есть унижает или нет информация, которая живет в тебе, унижает ли она тебя, вот пересмотреть все это и избавиться от унизительной информации. Вы скажете, ну хорошо, допустим, определился, нашел, а как избавляться, да? Я вам скажу, что существует множество приемов. Ну вот, допустим, как тот человек, вот, о котором я говорил, мой соученик, избавлялся, ему уже, я напоминаю, 34 года, и он до сих пор живет. Говорится, хотя и унижен, но и живет и борется с этим унижением, и как-то оно ему не всегда сильно мешает. Но все равно оно мешает. Сейчас поясню, почему и как. Дело в том, что он борется каким образом? Он просто в себе его ненавидит, этот английский язык. То есть он отгородился от этого унижения и считает, что это вообще насмешка не над ним. Это противно, это не нужно. Он оттолкнул от себя этот предмет. Но он не ликвидировал ситуацию, понимаете? То есть она, конечно, меньше на него влияет, когда он отгородился от нее по жизни. Но она все равно тормозит такого человека. Каким образом? Он становится немножко туповат тогда, извините. Но туповат не в смысле, что он не соображает. А туповат, то есть никак не может осмотреться. Он же себе
как бы часть коридоров закрыл в памяти, и чтобы пройти куда-то, ему нужно обходить что-то там, то есть более тугодумок, понимаете? Вот эти перекрытия, отторжения, они очень сильно тормозят человека. Поэтому то, что он нашел вот этот прием, конечно, он помогает в какой-то мере, но сообразительность и реакция, скорость падают. Поэтому я ему посоветовал другие моменты. Сейчас посоветую и вам, да? Что же нужно делать? Что делать, как избавляться от внутренних унижений, которые вы себе по жизни нацепляли? Но прежде всего, я считаю, что надо здесь, наверное, привести собственный пример, чтобы было наглядно, да? Показано и понятно вам. Ну, я думаю, что многие из вас меня сейчас слушают и видят, и смотрят, да? И знают, что я писатель. Писатель-эзотерик, может, где-то философ, да, где-то энергетик, там, энергологик и так далее, как я себя часто называю. Но неважно. Раз писатель, значит что? Русский язык – это пятерка, да? Правильно же, да? Должна быть. Дело в том, что когда я учился в школе, я вообще, честно говоря, не очень любил учиться там. Я больше наблюдал, смотрел, как другие учатся. Но по любимым предметам у меня были хорошие оценки. Остальные все я не принимал, и, слава богу, вы знаете, что я их именно не принимал. Вот, а они тогда не вошли в меня как унижение. То есть я их просто сразу заведомо не принимал. То есть я сразу отгораживался и говорил, это мне не нужно. И поэтому вот этот предмет шел мимо меня или через меня. Что-то там какие-то отметки ставили, а мне было начхать. То есть я сразу не принимал его. И он у меня не откладывался как унижение. Видите, это один из приемов. То есть можно сразу заведомо разговаривать с человеком, не принимать эту информацию. То есть она вам не нужна, и слушайте, ну не знаю, из-за благородства или из-за того, что ну, вот такие здесь условия социума, что вы должны посидеть и поговорить с ним. Да? То есть другими словами, не принимать. Это сразу, когда вот идет информация, ее сразу не принимают. И она тогда вообще не архивируется как унижение совершенно. То есть это вы как бы смотрите с горы, с орлиного полета, и вас она не трогает. Но ведь не всегда же так получается, что мы успеваем не принимать что-то. А потом, чтобы не принимать, нужно этому научиться, понимаете? Здесь очень много разных подспорьев, да, приемов, чтобы действительно не принимать во время разговора или переписки там, или во время обучения какую-то информацию, чтобы она не унижала тебя потом по жизни. То есть это тоже этому научиться нужно. Приходите ко мне заниматься, я вас поучу. Я не могу в этой короткой передаче начать вас обучать прямо здесь, вы понимаете. Моя задача сейчас бить в колокола и объяснить вам причины, да, этой проблемы, которую мы разбираем, унижения энергетические внутри человека живущие. А обучение полное, не могу я его здесь никак выдать, вы понимаете, да. Ладно, идем дальше. Значит, тогда получается пример, да, какой пример? Я говорил о себе. Русский язык. Я когда учился в школе, у меня по-русскому было 3-2, 3-2, то есть тройка или двойка. Я серьезно говорю. Ну, так случилось, что я жил тогда в очень бандитском районе города, южного города. И он назывался Шанхай. И там никто вообще русского языка толком не знал. Там говорили на каком-то ломаном жаргоне, блатном, там, полу каким-то русском, полу иногда и украинском даже. То есть вообще непонятно, какой язык. Да? Но это была не Одесса, так что вы не думайте, что вы догадались, где я жил. Так вот, короче говоря, я не мог запоминать нормальные слова, и поэтому у меня по-русскому было 2, 3, 2, 3, вот такая вот отметка. Сочинение, я помню, писал, у меня было так, 5, 2, то есть за содержание 5, а за грамотность, орфографию 2 или 3. И когда я уходил, помню, заканчивал школу, из школы забирал документы, то учительница по русскому языку говорила мне вслед: «Слава Богу, что он уходит». Представляете, это будущему писателю так говорили в спину. То есть все-таки учителя дорогие, будьте бдительны, внимательны. Если человек пишет прекрасное сочинение, но у него грамотность плохая, это не так, что он не станет выдающимся там, или известным, или вообще просто даже писателем. Не надо так говорить в спину, да? Не стоит так думать о детишках. Все-таки переосмыслите, да, все это.
Это моя просьба к вам, чтобы вы не ломали судьбы других людей. Я сильный, я победил все эти фразы. Идем дальше. Значит, очень интересный момент такой. Получается, я заполучил в жизнь унижение. Но все равно стал писателем. Извините, как же так? Как у меня это вышло? Как мне это удалось? А дело в том, что это один из приемов. Для того, чтобы победить унижение, я советую своим соученикам в какой-то грани этого предмета, который тебя унизил, этой информации, которая живет в тебе и унижает тебя, в какой-то ее грани найтись и разработать эту грань таким образом, чтобы она стала неповторима от твоего лица, раскрыта в новом совершенно аспекте, неожиданном даже моменте для всех окружающих людей. То есть изобретатель ты в этой грани. Ты ее изобрел, ты ее открыл, ты ее создал. И вот именно по этому-то пути я и пошел. Я создал огромное учение. Я написал уникальные, достаточно уникальные книги, в том числе и художественные. И я открыл новую грань в литературе. Там есть приемы в моих романах, которых никогда не было совершенно, да, в литературе. То есть я открыл эти новые грани, и этим самым я сказал себе, что в русском языке, да, я открыл новую грань. Смотрите вот. И поэтому я здесь уже не могу быть от русского языка униженным, понимаете? То есть когда ты открываешь там новую грань, все, ты уже не унижен. Но все равно по жизни я понимал, что мне нужна грамотность, мне нужно знать орфографию, стилистику и так далее и тому подобное. И я над собой работал и занимался. Внимательно читал тексты, запоминал слова, их написание. И вот на сегодняшний день у меня грамотность уже прилично выровнялась. Вы знаете, есть проблемы некоторые с запятыми, могу лишних понаставить, да? Или, не, или где-то даже не доставить, больше лишних ставлю. А в общем-то, грамотность поднялась, ну, прилично, очень даже прилично, это я чувствую, это я понимаю. Так вот, я подтягиваюсь автоматически, не потому, что это меня унижает, а мне просто, извините, в кайф подтянуться. То есть я просто развиваюсь, мне хорошо, у меня мурашки по телу идут, что я вот выучил это слово, другое, третье. Понимаете, то есть мне приятно. Я подтягиваю это, несмотря на то, что я уже убрал унижение, а мне все равно хочется подтянуться, потому что не потому, что я унижен, а потому что мне кайф, то есть я уже радость получаю от этого. Видите, я как объяснил этот прием, да? Вначале какую-то грань открываешь, а потом подтягиваешься по остальным граням, но уже в кайф, потому что ты уже как бы, ну, профессор, что ли, да? Ну, я шучу насчет себя, конечно. А вот ты, ну, ты открыл что-то же, да? Ну, ты же писатель, раз ты писатель, значит, ты уже в какой-то мере профессор русского языка, да? Литературы. Хоть маленький, но профессор. Так вот, от этого уже, да, уровня ты смотришь на остальное и с радостью подтягиваешь все остальные грани. Но уже не избавляясь от унижения, а испытывая кайф, понимаете? То есть это совсем другие условия уже. Идем дальше, да? Идем дальше. Значит, какие еще варианты можно вам подсказать? Можно ликвидировать объект унижения или даже целый государственный строй вместе с этим объектом. А разве в истории планеты такого не было? Да нет проблем, конечно, было. Но смотрите, вот Адольф Гитлер пришел к власти. Сколько он ликвидировал своих друзей, знакомых, там, сподвижников, еще кого-то там. Тоже Сталин, да? То есть, чтобы его не унижало в голове ничего такого, да, что было раньше по его жизни, он все это ликвидировал. Но это не путь, вы же знаете и понимаете, что это путь тупиковый, это путь невежества, и он рано или поздно все равно получит по ушам и будет наказан. Поэтому я не могу его даже советовать вам. Но знать о нем вы, ну, должны, конечно, раз уж я заговорил о возможностях избавления. Да? Ну, смотрим дальше. Что еще можно вам посоветовать? Энергетически можно убрать все это через магический круг. Вот у меня есть в учении такое понятие и такая система, как магический круг. И вот в магический круг войти можно, это специальный комплекс определенный, да, состоящий из трех ипостасей, мы проходим очень глубоко на занятиях это все. И там, в магическом круге, можно отработать момент унижения
на безразличие вывести себя. Вот на то самое состояние, о котором я говорил в самом начале передачи. То есть, как будто ты раньше, когда это унижение в тебя входило, ты его уже сразу принимал как ненужное тебе. Но чтобы на это выйти состояние, нужно иметь комплекс определенных опорных точек, которые ретроспективно перебросят тебя в то время, как в настоящее, сегодняшнее. То есть ты сможешь тогда переиграть свою жизнь. И вот магический круг, эта система помогает это делать. Пожалуйста, приходите заниматься, научу, как это делается. Как еще могут копиться всевозможные унижения в человеке? Ну вот реклама идет, да? Ну, я вспоминаю, скажем, реклама кубиков на животе, да? Что вот кубики, вот какие-то там ремни, какие-то там вибраторы, еще чего-то, или упражнения, и вы имеете такой вот живот в кубиках, квадратиках, и внушают это женщинам, девочкам и девушкам, что это вот великое достижение мужчины. Извините, пожалуйста. Мне просто хохотать хочется, честно говоря. Что-то я вот сразу начинаю смеяться, понимаете, над этим. Не потому, что у меня нет квадратиков, они просто не нужны. У меня сила и так есть, но квадратики зачем? Вы поймите, что такое квадратик? Это излишества, которые в реальной жизни не получаются. Ну вот просто занимайся спортом, нормальным спортом, да, вот лази по деревьям, бегай там, еще что-то, да, плавай, и квадратиков никаких не будет. Их нужно специально сделать. Нарочито, понимаете? А просто так они от природы не дадены человеку. Следовательно, можно ли это понимать как необходимое? Да нет, конечно. Потому что человек, который сделал эти квадратики, теперь будет вынужден всю жизнь делать эти упражнения дурацкие для квадратиков, чтобы эти квадратики оставались на месте. То есть бесполезно тратить свою жизнь. А если он перестанет эти квадратики держать, то эти квадратики – прекрасное подспорье для организации в этих местах жировых отложений. То есть мгновенно все начнет виснуть на животе, и будет уродливо, сморщинено и так далее, и тому подобное. То есть получается, кто же тогда уродствует, уничтожает наших подростков, детей, которые борются за эти квадратики? Кто это внедряет? Кто управлял Россией? Американцы? Ну, наверное, так. Судя по всем вот материалам в интернете сейчас, часто публикуемым, что именно американская идеология, да, то есть заведомо уничтожают и время для того, чтобы человек жил время жизни, и уродуют, да, само тело, а значит, внедряет унижение в человека. То есть парень, у которого нет квадратиков, перед девушкой уже боится заголить живот. Ему стыдно, он уже унижен. Вы представляете, что делается, да? Вы можете себе представить, то есть заведомо всех людей через рекламу, через какие-то каждого человека через какие-то свои, да, проблемы, вводит в унижение. Вы внимательно посмотрите на рекламу, там подавляющее большинство реклам именно рассчитаны на унижение. Я считаю, что у нас должны появиться энергетические законы, внимательные серьезные комиссии, которые будут отслеживать все эти передачи телевизионные, радиопередачи, публикации в журналах, рекламы особенно, на предмет именно того, насколько потом эта информация будет унижать человека по жизни. Насколько эта информация, получается, будет лишать Россию великих умов, великих духовных людей, писателей, философов, художников, композиторов и так далее. То есть это умышленное уничтожение. Понимаете, через подобную вот унизительную информацию, через любую информацию человеком могут управлять. Управлять его желаниями, управлять его страстями, настроениями, вызывать в нем те или другие желания. Ну вот как часто пользуются интуитивно или даже нарочито некоторые личности вот этой темой, да, энергетическим унижением. То есть они привлекают человека и говорят: «Вот смотри, я тебя люблю», допустим, девушка какая-то. «Я тебя люблю, смотри, да? Я тебя люблю, вон какие у меня ножки, какие плечики, какая у меня грудка, какая у меня талия». А мужчина расквашивает губы, да, у него губы раскатались, а она раз его чем-то унизила, то есть сказала, что ты там
этого не стоишь, там, и так далее. Может, она сделала это не нарочно, а вот так у нее получилось, но мужчина или этот парень, да, он теперь по всей жизни помнит этот случай, и у него теперь постоянная информация, которая унижает его в отношении женщин. Он теперь будет всегда слабым мужчиной, понимаете? Или жестоким мужчиной, который будет агрессор, да, мстить женщинам, там, девушкам и так далее. То есть, получается, по жизни он будет глубоко несчастным. Или просто неудачником, понимаете? Или негативником, да? Негатив от него будет исходить в этом плане. Вот подумайте. И, ну, кроме того, конечно же, эта девушка-вампир. Если она так поступила, то он о ней-то на подсознании думает всю жизнь. И какую он энергию будет посылать ей? А? Отрицательно, он будет ее ненавидеть. А раз он будет ее ненавидеть, значит, той девушке будет житься хорошо. Почему? Потому что когда человек генерирует отрицательную энергию в отношении какого-то другого человека на любом расстоянии, как временном, так и пространственном, то тот человек процветает и живет отлично. Поэтому многие вампиры специально раздражают атмосферу людей вокруг для того, чтобы те годами энергетически их подпитывали в негативе. Вот и все. Потому что если ты положительно думаешь о человеке, то ты, наоборот, скушиваешь у него хорошую энергию, и у него не хватает в руках тогда ее по жизни. Я, когда начал преподавать, это уже было давно, еще 25 лет назад, да, я сразу сказал, заявил всем людям: не думайте обо мне, не мешайте мне жить. Сейчас, конечно, на все голоса уже пытаются распевать целые теории в этом направлении, но все это открывал Всеслав Соло. Приходите заниматься, я научу вас многим премудростям. Приходите к первоисточнику, я не стесняюсь этого слова. Что, ну, так оно и есть, потому что когда я начинал, в стране, насколько я помню, была Джуна, выдающаяся личность, да, но она лечила. Кашпировский, он заряжал, да, и тоже лечил. Чумака еще не было. А я единственный, который без всяких реклам, сам, как говорится, как дворняжка, да, потому что никому не известный. Ездил по стране и обучал всех. Я был единственный, который обучал. Остальные, если и были, то они там где-то местные были, да, в каких-то там своих деревнях, каких-то городах или городишках, и все. А вот Соло единственный, который уже начал писать книги и ездить и обучать, понимаете? И потом будет открываться куча разных курсов, школ, там, центров и так далее и тому подобное. Но сейчас не об этом речь. Итак, унижение, да? Запомнили, что это такое? Будьте бдительны, когда вы разговариваете с человеком, чтобы не заполучить от него какое-то унижение. И если заполучили, срочно избавляйтесь. И вы уже немножко имеете представление, как это делать. Срочно избавляйтесь. Подведем некоторые итоги. Получается, как человек может стать гением, если у него в его памяти существует не одно, а множество подцепленных, запомненных им по жизни, да, всяких унижений. То есть любая информация, которая в вас входит, давайте подытожим, что такое унижение энергетическое, живущее у вас внутри, в памяти вашей. Любая информация, которая входит, если вам, допустим, известно, что эта информация или навык, там, или что это может быть, она имеет вот такой-то профессиональный, супергениальный уровень. Но вы его не имеете. Ну, к примеру, кататься на велосипеде можно гениально вот так. И вы знаете, как именно. Но вы не умеете этого. Информация пришла, и мало того, и навык еще как-то получен немножко. Вы немножечко катаетесь на велосипеде. Но теперь, катаясь на велосипеде, вы всегда себя будете унижать. Как хотите, всегда будете себя унижать. То есть, что такое гений? Что бы он ни взял в руки, у него всегда будет по высшей планке. Понимаете? Иначе он не возьмет в руки. Иначе он не будет чем-то заниматься. А если он что-то начал делать, это у него будет только гениально. Понимаете? Даже если на велосипеде он будет ездить не так, как там великие спортсмены, но будет ездить все равно гениально по-своему. И именно гениально, что даже спортсмены скажут: ты гений. Хотя понимают, что они его обойдут по скорости, там, по дистанции, еще в чем-то. Но
Все равно в чем-то он будет гениально ехать на велосипеде. Понимаете, что такое гениальность? Гениальность — это когда человек внутри себя и не имеет практически никаких унижений. То есть любая информация, которая в него входит, она его не унижает. Получается, унижает какая информация? Та, о которой ты знаешь все. Ну, то есть не сам умеешь, а знаешь, что вот это уровень, вот ее потолок, уровень. А у тебя вот чуть-чуть уровень там, или еще меньше, от горшка два вершка, да? И вот это уже вот расстояние начинает между горшком и вот этим вершком, начинает тебя унижать по жизни. То есть имейте в виду, если вы не знаете планку высшей категории, да, а информацию получили, и всю жизнь не знаете, то вы можете пользоваться этой информацией сколько угодно, она не будет вас унижать. Допустим, вы умеете готовить пищу, но не знаете, что такое высший пилотаж, как действительно гениальные повара умеют готовить. Вы будете готовить, и вас это не будет никогда унижать. Но стоит вам, может, 30-40 лет пройдет, как вы готовили, вдруг узнать, что высшая планка, гениальность вот такая в поварском искусстве. Тут же эта информация, этот навык начнет вас унижать. Понимаете, какая интересная штука? То есть или имея информацию без высшей планки, то есть не зная ее уровень, потолок, да, или имея ее до конца, подтягивая до потолка. Кстати, это один из вариантов. Тоже тогда бери, иди буром, завоевывай этот потолок, становись гением в этом плане. Понимаете? То есть получается, для того, чтобы стать гением, надо не иметь этих униженностей. И поэтому великое дело, когда с измальства, с младенчества, с маленьких лет человека родители правильно воспитывают. То есть они не мешают ему развиваться и ограждают от всяких унижений, входящих в него. Не дают лишней информации, а если дают, то исподволь, да, но не то, что заставляют, а делают так, его жизнь образовывает, что он достигает этой высшей планки. Или он сам берет что-то в жизни и достигает. И вот плохо, когда ребеночек что-то взял, не доделал и бросил. И вообще взрослый человек, если взял, не доделал, бросил, это, опять же, что значит не доделал? Вот у него планка была самая высокая, это значит доделать, да? Вот его результат работы. А он не доделал, значит что? Это расстояние унижения остается. Это дело будет его всю жизнь унижать. Кроме того, он может знать еще планку, которая вообще идеальная. Допустим, он хотел построить дом, но не построил его. То, что он не построил, и насколько только построил, вот этот кусочек, это расстояние будет унижать его. Но он знает, какой должен быть дом построенный идеально, гениально. И это тоже еще плюс на прирост к унижению этого человека по жизни. Вы представляете, сколько унижений, сколько здесь нужно работать над собой, чтобы в вас не входила такая информация, вот эта масса унижений, она же накапливается. О какой гениальности может идти речь? Человек же тогда понижает свою планку самооценки. Он себя оценивает вот таким мизерным козявочкой. Как он может развиваться? Он на публику-то выходит и заикается. Он боится сказать слово лишнего. Хотя он, может быть, великолепно был бы красноречив. Но он не может быть красноречив, потому что он не может позволить себе даже расслабиться. Он весь в комплексах вот этих унижений, внутренней информации, которая по жизни присовокупилась к его памяти. Это вот как пиявки, которые жрут его энергию жизни и не дают ему развиваться ни в каком направлении. Причем самое интересное, что все эти унижения способны перекочевывать из одной области и направления в другую. То есть там, где человеку его унизили, допустим, унизили в области строительства, а он теперь стихи сочинять не может уже. Понимаете? То есть это сразу все, на все влияет в человеке, и даже на здоровье, и на все, что хотите. Поэтому я вам скажу, что я открытие сделал уникальное. Это авторское открытие, унижение, да, энергетическое унижение нашей памяти. Вот это имейте в виду. Кто попробует это преподавать, только у меня берите лицензию, потому что это авторский материал. Его еще нигде не было. Так вот, имейте в виду, что для того, чтобы работать вот с этими унижениями, работать по-настоящему, я вот так все-таки скажу, да, по-настоящему, надо обязательно к ним подходить творчески. То есть, понимаете, какая уникальнейшая вещь открывается перед вами, что все ваши болезни, все болезни в человеке, они обязательно так или иначе связаны с вашей памятью.
вот с этими унижениями. И если их начать размагничивать, правильно отыскавши, а я знаю, как это делать, и через всевозможные подходы, индивидуальные к каждому человеку, я умею размагничивать все это. Так вот, если их начать размагничивать, то болезни человека будут проходить просто на глазах. Вот где собака зарыта, в моментальных вдруг чудодейственных излечений какого-то человека, каких-то людей. Имейте это в виду, что все ваши болезни зависят от ваших унижений. Потому что именно эта энергия, она разрушает человека, она не пускает его никуда, она обрезает ему крылья. Он не верит в себя, он сворачивается и даже стареет из-за этого. Это один из принципов старения и недолголетия. Потому что идут сплошные унижения. Потому что он видит в своей голове и понимает старость как унижение уже, как заранее в него штамп входит, понимаете? Если, не дай бог, где-то он чуть-чуть не соответствует своему возрасту, уже начинается унижение. Он ниже своего возраста, понимаете? Так он потихонечку сворачивается и становится стариком или старухой. Ох, удивительный этот мир унижений. Информация, которая входит в нас, любая информация способна унижать. Имейте это в виду. Работайте над собой, будьте бдительны. Приходите заниматься, я научу вас, как к этому, ко всему относиться. Потренируйтесь по жизни и будете во всеоружии. Конечно же, может, на 100% вам не удастся сразу избавиться от всего, но вы сможете многое-многое в себе исправить и продлить свою жизнь, а может даже и стать бессмертным. Да, как ни странно, не будет унижений, не будет смерти. Это тоже один из факторов, имейте в виду. И это тоже мое открытие для вас. Пользуйтесь. Вот коротко, что я сегодня хотел вам рассказать. Записывайтесь на мой канал на YouTube. Подписывайтесь на этот канал. Смотрите новые передачи нашего канала телевизионного NEVS TV. Мира и добра всем. Удачи и осознания себя. Материализации мыслей и ваших желаний. Российский первоисточник, автор множества книг, высшей магии мысли. Вы можете научиться. Выходы в астрал, параллельные миры, энергологика бизнеса, телепатия, формула любви, дыхание сознания, магические операции. Школа вечеров Всеслава Соло. Контактный телефон 8 903 622 40.